В Казанском федеральном университете прошло заседание попечительского совета юридического факультета. Началось все с приветственного слова декана юридического факультета. На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Так, первым выступающим был председатель ассоциации выпускников юрфака КФУ Айнур Ялилов. Он представил данные о ходе подготовки к Казанскому международному юридическому форуму, который пройдет в сентябре 2023 года. Прошлогодний форум собрал более 400 участников и 110 спикеров. Казанский международный юридический форум 2022 года объединил более 400 участников из разных стран мира, которые обсуждали важнейшие вопросы современного права. Выпускники юридического факультета и члены ассоциации приняли активное участие в деятельности форума. Главная тема прошлого форума – право на право, звучала особенно актуально. О подготовке к Казанскому юридическому форуму говорила председатель попечительского совета юридического факультета, мэр города Казани Ильсур Меншин. Он отметил важность прикладного значения подобных мероприятий. Можно было 50 вопросов написать, но они важны. Но каких-то 2-3 должны, или один вообще, он самый главный вопрос, перед которым собирается эксперт наука, практики. На заседании также обсуждался вопрос создания экспертного центра на базе юридического факультета. Рассказал о процессе создания помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Марат Махмутов. Запросы судебных следственных органов и участников гражданского оборота на производство различных видов специальных исследований достаточно высоки. Завершающее слово взяла декан юридического факультета Лилия Бакулина. Она рассказала о подготовке к 220-летию Казанского университета. Валерия Носкова, Александр Кузнецов, Универньюз.